Короче, всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinus, и знаете, я, короче, хотел покачаться немножко в офе, ну, просто себе левел покачать, и пришел в первую зону, и смотрю, тут, короче, все белое, тут, помните, были, ну, все зеленое, как бы, было, и почему-то все белым-бело, и нигде ничего нету, помните, вот тут шахты, люди стояли, я не понимаю, что за херня сейчас происходит, но, видимо, видите, тут что-то открылось, билет большой удачи. Видимо, что-то, короче, произошло, когда я убил ревизора, или хрен его знает, что произошло, если честно. Кто-то кричит, что-то непонятно что, если честно. Вот тут вот мы вроде бы дверь открывали. Твою мать, я ж испугался так громко. И теперь на меня нападают какие-то головастики. Что это за пиздец? Что вообще произошло за то время, пока меня не было тут? На, потише немножко сделать. О боже. Они что-то творят, я не знаю, что они творят, но... Смотрите, они не такие легкие, как... О боже, я и не могу атаковать, потому что я не мой. Я не могу убить, вы представляете? Это что такое вообще? Я не могу убить. Надо, короче... Что-то не то происходит. Подождите-ка, предметы. Джокер возрождает, восстанавливает СП, билет... А я даже не могу ничего использовать. Офигенно просто. Просто замечательно. Первого только убил. Они стали намного сложнее. Почему-то. Да, это же жесть. Это реально жесть. Отравлен в норме, не мой. Я сейчас еще могу сдохнуть таким образом. Надо лечение хотя бы, полечить своего чувака. Это звездец, они сильные. Я думал, я сейчас приду налегке, так прокачаюсь, так немножечко. Ебать, у меня жизни! Все, я умер. Пиздец. Не, ну нахер, я сейчас перезагружусь, что-то придумаю по-другому. Потому что это говно. Реально говно. Короче, друзья, я пока не прокачан, это какой-то пиздец. Они очень сильные, они меня гасят, как какого-то додика. Я, короче, отсюда сваливаю, я одного, еле-еле одного убил. Так, вернуться в небытие и пойдем сейчас в зону вторую, а не третью. Где она, зона наша? 2, кстати, 3. И, походу, The Room. Что за The Room? Так, идем в зону 2. Это какой-то реально... Нет, подождите, не сюда. Стоямба. Блин, получается, я никак не смогу. То есть, вообще никак... А в зону 3 я могу? Невозможно войти, тебе нужна соответствующая карта зодиака. Подождите, но зона первая, зона 0. Ну, короче, я никуда не могу войти. Обратно я возвращаюсь, и это реально сложно. Меня гасят, как кусок пирога просто. Так что придется только проходить дальше. Так что, такие пирожки. Ну, короче, что я могу сказать? Мы опять тут появились, и сейчас нам наверх надо пройти, чтобы призраков убить. Но пока я хочу посмотреть, что же тут будет. Полки не настоящие. Нормально. Корпус пати опять. Как там двери не настоящие, а тут полки не настоящие. Блин. Я возвращаюсь каким-то образом обратно, хотя вышел уже с другой стороны. Так, ладно, пойдемте наверх. Может быть, наверху, когда мы призраков убьем. Полки фальшивые, под ними виднеются настоящие. Невозможно разобрать название книги. Читать, прочитайте все книги. Зачем? Ну, давайте посмотрим. 153, 152. Опять, наверное, какая-то загадка будет долбанная, какая-то сложная. Но полки фальшивые, то же самое. Сказки и легенды читать. Давным-давно жил злой король. Так, его лицо было настолько ужасно, что его прозвали жабьим королем. Однажды человек в маске встретил короля во время переговоров. Он сказал ему: «Привет, ужасный король, оставь эти земли навсегда или умри от моего меча». Так, кто там пишет? Так, на что король ему ответил: «Я король, а ты мой подданный, ты не смеешь перечить моей воли». И тогда человек в маске сокрушил короля своим вострым мечом. Ненавижу это слово «вострый». Полки фальшивые, то же самое, то же самое. Короче, книги нам, походу, надо читать, но где привидение, что-то не пойму. Не переворачивайте страницы, от этого слишком много шума. Ладно. Да, это вообще так шумно, прям аж вообще. Так, Бисмарк какой-то. Зоны, лорд, что-то на английском и ничего не понятно, не разобрать, короче. Так, книга The Up Children Down. О боже, еще лучше. Так.
Так, что у нас тут? Ни хрена нету, ни хрена нету. Я ем газету. Короче, куча, очень много всяких этих полок. Пояснение. Почему они прячут настоящие книги под ненастоящими? Как-то странно. Вступление, создание мира, стражники, королева и ее сын, четыре зоны. А, это, наверное, типа как Библия в этом мире, да? Типа создание мира, потом стражники, потом королева и сын. Я знаю, что королева и сын, это вроде бы как там будут то ли босс, королева, но сын, не знаю. Четыре зоны, вот, в которых мы живем. Нулевая зона, гадкий король и М. Приложение, словарик, примечание автора. Я не знаю, что это, но, наверное, это понадобится потом. Я предпочитаю книги подделки. Можно не волноваться насчет их сохранности. А, то есть подделки, это, короче, копия, да? Написано S. Читать опять на каком-то, не знаю, может, латинский язык, хрен его знает. Так, все, тут ни хрена нету. Сейчас еще вот тут проверим. Опять же, много людей просили наблюдение кардинала. Вниз, вправо, влево, вверх. Это... А, это, подождите, это вверх ногами книга. Ну ладно, пока... Кажется, все книги, что я читаю, перевернуты. Ну, не знаю, все или нет. Так, и нету названия читать. I'm home. Или что там написано? I have. Что-то там out of. Хрен его знает что, короче. И опять же хочу сказать, все просили, блин, off. Там прям усыкались от этого off'а. А оказалось на деле... вообще... плохо смотрите и вообще плохо все. Я не знаю, кто вообще просил и кто смотрит. Это страница на стене, вырвана из книги. Прочитать страницу, взять страницу. Прочитать давайте. Тут ни хрена не написано, непонятное. Давайте возьмем ее, наверное, с собой. Может быть, она нам понадобится. Опять куча книг. Куча книг. Ни одну прочитать невозможно. Но мы будем читать, потому что... возможно, где-то что-то будет тут с загадкой связано. О, смотрите. Вставить страницу. В книге есть страница. Взять страницу, оставить как есть. Пусть пока оставить как есть. Наверное, нам надо страницу найти и потом... А ну-ка, подожди, а прочитать можно? Прочитать. Ни хрена непонятно и все то же самое, что и было. Наверное, надо еще понаходить страницы и повставлять в книгу. Может быть. Может и нет. Смотрите, тут тоже есть. Тоже вырвали страницу. Прочитать. А, вот сюда, наверное. А ну-ка. Тут, видите, как будто бы оно соединяется. А ну-ка, сейчас, подожди. Давай посмотрим. Взять страницу. И вставим сюда. Твою мать, я испугался. Опять призраки, только это какие-то уже новые призраки. Надо, надо качаться, друзья, очень жестко качаться, потому что потом будет очень сложно, мне кажется. Так, умение. Давайте по одному их сносить сначала. Твою мать, они сильные. Круто. Опять я не мой. Вот это, то, что я не мой, это просто очень херовая вещь. Так. Потому что я не могу ничем долбить другим. Надо качаться, надо жестко выкачиваться. Так. Все. Блин, да уж. Не сказал бы, что это легко, но... это немость, это... полная какашечка. Вставить страницу. А ну-ка, теперь прочитать. Но, блин, непонятно. А, я понял. Короче, вот эти... видите, тут ромбики, а тут... это не так, короче. В другую надо вставлять. Давайте еще посмотрим сейчас. Надо там, где... знак вот этот вот. Забыл, как же он называется. Трефа или... блин, я уже не помню. В карты давно не играл, если честно. Ух, не помню. Ну, вы поняли, короче, о чем я. А ну-ка, сейчас посмотрим. Давай подождем. Все, потом накачайся, потом. Во, 7-й уровень достигнут. Ну, мне сказали, надо до 10-го лучше докачаться. И будет все в порядке. Так, еще вот это вот. А ну-ка. А, вот, сюда, сюда нужно страницу вставим. И прочитать. Я не знаю, что тут написано, но мне кажется, это отсюда. Так, еще раз сейчас все проверим. По всем местам. Кстати, вот еще... А, ну да, все я понял. Прочитать... Видите, ромбы... О, блин, за что я делаю, блин? Так, короче, можно даже не читать ничего. Просто хотите брать вот эти вот... тут пика. Взять. А, я не могу взять, пока не положил туда. Все ясно. Вот сюда нам надо сначала.
Ставить. Ну, это уж легкая загадка, если честно. Давайте я быстренько все это сделаю и продолжим. Короче, все бы хорошо, но вот последний где билет? Я не могу понять. Я все повставлял, и последние любовные нету. И где же его искать? Я вообще без понятия. Надо, наверное, вернуться обратно и полазить. Кстати, ну, блин, мне что-то кажется, что где-то на стене на какой-то висит. И хренушки нам это покажут, где он висит. Что-то мне так кажется. Я ничего плохого не делаю, просто смотрю на стену. Нормально. Я так работал охранником, помню. Смотрел на стену просто. Это большое здание. Так, если я туда пойду, мне кажется, я выйду. Полки не настоящие, опять то же самое. Тут не так просто найти выход. Все однообразно. Походу, куда бы я ни пошел, я выхожу, да. Блин, это по-любому на том этаже. Ну а как... Каким образом я найду последнюю? Мне кажется, что надо по стенам. По всем стенам, наверное, надо бегать и обклацывать. Потому что оно на стене висело. Вот как-то вот так вот, наверное, я не знаю. Но, блин, а где ее взять? Я ничего не понимаю. Еще тут призраки мешают. Они вот... Они все на видных местах были. Ну где же? Может, как-то вот так вот? Нет? Где их искать-то? Вот последнюю мне надо. Тут я не пройду, потому что загораживает путь. А ну-ка. И тут нет. Может, как-то так. Пипец, короче, придется искать. Короче, друзья, я пока не нашел. Сейчас поищем. Даже не то... Не понял. Это же та же библиотека, только стрелка нарисована на стене. Смотрите, та же самая библиотека, только может быть... я выхожу. Чего, блин? Что за бред? Что за хрень? Теперь вверх, если пойти. Помните, мы нашли книгу, в которой было написано, каким образом мы сможем пройти. То есть, как нам надо, наверное, пройти даже. Видите, вправо, влево, там и в жопу пальцем. А если я вверх пойду? Угу, понятно. А если вниз? О, смотрите, тут что-то по-другому. Тут разные города, что ли? Вы же живете в Бисмарке? Странно, на вас нет галстука. Понятно, центр библиотеки и жилой район. Походу, я в каждом из районов буду меняться, да? Этот забор защищает от падения в пластик. И даже сделали из... И даже сделали из мягкой безопасной резины. Это хорошо. Но хоть что-то хорошо. Так, сохраняемся. Сохраняемся, потому что я уже там... С маленьким количеством жизни. Жилой комплекс только для постояльцев. Представьте, как будет ужасно, если кто-то проникнет в наши дома. Ну, я не такой плохой, чтобы вы боялись меня. У меня жизни, кстати, восстановились, потому что после каждого сохранения, я так понимаю, жизни восстанавливаются. Так, давайте попробуем еще раз пройти сюда. И вот видите, меняется эта штука, и пойдем сюда сейчас. Видите, я в совсем другое место прихожу. Я не боюсь. Я знаю, как перестать бояться. Я не боюсь. Хочешь знать, почему? Подойди поближе, я тебе расскажу. Ну, тебе сейчас язык в этот засунет. В горло. То есть не в горло, а в ухо. Подойди поближе, я тебе расскажу, если ты не боишься. Нет, спасибо. Нужна уважительная причина. А нам нельзя пойти в парк? Может, тогда же лучше? И там, видите, как будто бы как-то я могу пройти, но я не могу пройти. Так, окей, у нас есть еще одно место. Шоп, типа магазин, да? В торговом центре полно призраков, это до жути страшно. Ну, мы их сейчас перебьем, не переживай. Вот он наш Захарка, Захари. Бенездес, дорогой Вадим, если место лучше покупок, чем торговый центр? Надо вот, не знаю, купить бы чего-то бы, но... Знаете... Бита Эммануэль, смотрите, основное оружие Баттера. А у меня такое же или нет? Надо посмотреть сейчас. Вспыльчивый символ, недобоевой символ. Основное орудие Аддона, может, тоже какое-то крутое. Вот, основное оружие Аддона, преданный символ. Сейчас я посмотрю. Туника, цвет боли, защитное снаряжение, цвет печали. Вот такого уже не было, кстати, если я не ошибаюсь. Так, сейчас посмотрим, пока не стоит... надеть. Что у нас есть? Бита Гарлет. Видите, надо купить, наверное, новую. Я не знаю, куда она сильнее, но... Так, надеть. А ну-ка, давайте посмотрим, что тут. Дерзкий символ. Аура правосудия, всякая фигня. А ну, и еще кое-что проверим.
Защита 3 у меня, в принципе, тоже есть. Но я не понимаю, хотя бы эти сделали бы, как они называются? Распределение, что лучше, что нет, блин, бред какой-то. Короче, давайте, наверное, возьмем цвет печали. Оно 370 стоит, у нас, в принципе, хватает денег. Цвет печали, и знаете, что еще возьмем? Блин. Преданный символ, наверное. Нет, подожди, аддон. Баттер. Вот бита Эммануэль. Возьмем ее. Я не знаю, что еще можно покупать. Я не хочу деньги тратить на что-то. Я чувствую, что потом будет очень сложно. И поэтому не хочется тратить их. Так. Бита Гарлик, бита Эммануэль. Видите, атака сильнее становится. Отлично. Я бы мог бы еще что-то посмотреть, купить, но... Так, и поставим ему тоже. Видите, 121. Чуть-чуть, конечно, накаплю больше, но это тоже нам поможет, если что, вдруг. Сохраняемся. О, смотрите, реклама бутылок с дымом, может быть. Так, пластиковые писюны. Я не могу и сюда даже пройти, ну вообще замечательно. А ну-ка, может, где-то тут? Одни рекламы, мне надо та штука. Где мне ее искать, я не понимаю. Я уже все облазил. Я уже облазил очень много мест. А ну тут я был. Ну и тут я был. И что мне делать? Может мне ее купить у того чувака? Честно говоря, я даже не знаю. Сейчас посмотрим. Твою же дивизию, надо было сюда походу подойти. Эта страница просветила меня, теперь я не боюсь. Хочешь освободиться от страха? Дай мне 100 кредитов, я дам тебе страницу. Вот страница у него. Сюда, я дам тебе страницу. Блин, а ну, все, взял? Я никогда не буду бояться. Твою дивизию, блин, вот я дурбец, ала. Почему я... Вот, нет, чтобы подойти сразу. Нет, надо вот все бегать, обегать, обегать. Не знать, куда идти. И потом прийти обратно, где ты и был. Ну, нормально, в принципе. Ладно, мы нашли. Сейчас мы откроем, походу, проход. Что будет дальше, правда? Так, прочитать, вставить страницу. Все. Я вставил. Она правильная? Правильная. И что же теперь? Ничего не изменилось. Тут ни хрена не написано. Тут тоже все в норме. Странно. Что же я сделал не так? Может быть, проход... Блин, проход, может быть, не тут открывался. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас я, в принципе, я еще побегаю и поищу. Так, мы пришли обратно к этому типу, и вот, я вложил страницу обратно в книгу. Ах, это прекрасно. Я позволю тебе подняться в таком случае. Это просто замечательно. Четвертый этаж теперь доступен. Для тебя и тебя только. Странно, почему вы других не пропускаете туда, ну да мне пофиг. Главное, что я могу пройти и очистить всех. И вот одно интересно мне теперь, сейчас сохранимся. Как же интересно мне пройти обратно, накачаться и пройти тех детей гребаных. Они реально сложные просто. Я не думал, что если мы вернемся обратно, то вообще на меня кто-то будет нападать. Но что-то изменилось. Опять наш судья пришел. Китикэт хренов. Ты кто? Что это у тебя в руке? Ты что, меня не знаешь? Ты не судья. Судья? Нет, я не судья. Опа, это какой-то новый код, что ли? Меня зовут... Джабхэт, я создатель этого города, а также являюсь главой призраков под властью королевы. Ты глава призраков? Да, они мои руки, присланные королевой для восстановления справедливости. Ты, должно быть, очень смелый, раз поднялся сюда по ступени этой библиотеки. Я вижу в тебе некоторое мужество, необычная черта для пронизательных страхом мест вроде этого. В любом случае, моя месть не щадит никого. Поэтому ты первый станешь жертвой моей эктоплазматической армии. Ну, не знаю, котяра. Мне не нужны призраки, чтобы уничтожить тебя, жалкий пижамный клоун. Я наконец-то смогу ощутить вкус справедливости. Да, ни хрена ты не ощутишь, потому что у меня есть яростный удар. Получи по жопе. Так, и у меня новая цепь есть. Так, я не мой стол. Просто замечательно. А мы сейчас, знаете, как сделаем? Предметы. Подождите, я не могу уже. Ну ладно. Сделаем так. Все равно новая цепь больше бьет. Ничего страшного.
Так, атаковать. В норме, видите, оно быстро приходит в норму. Должен признать, я тебя недооценивал. К сожалению, я готов убрать все манеры джентльмена. Только для тебя, конечно. Призраки, ко мне, танцуйте здесь и пойте песню праведную. Учение мужчин лечит раны призрака. Скоро ты будешь питать многих из них. Сейчас мне придется походу с призраками драться. Призраки? Призраки, сюда, я приказываю. А призраки уже убежали, наверное. Проклятие, почему они не идут ко мне? Неважно, почувствуй мой гнев. Нихренашеньки. Вот это он мне, кстати, нанес нехеровенько. Так, лечение. Блин, нереально много нанес. Видишь дивизию? Что-то он наносит очень много. Так, лечение. Тут. Умение, новая цепь. Блин, кто это такой? Кто он вообще такой? Нет, нет. Умение, лечение себя. Так. Умение, новая цепь. Да, если бы сейчас 7-го левела не было бы. Блин, я постоянно должен лечить себя. Так. Блин, надо того лечить. Все, получи котяра по жопе. Так, сколько мне дадут за нее? 300 и 150. Я, блин, ребенка того убил. И то легче было убить, но он тоже был сложный. Мясо Абадона получено. И то мне больше дали. Жалкий глупец. Пока что я не буду показывать мою действительную сущность. Ты ничего не добьешься, ожидая. Никчемный шут. Куда-то он исчез. Смотрите, походу, это мой еще один напарник будет, да? Адон Омега присоединился к вам. Отлично, теперь у меня 3 персонажа. Это вообще крутяк. Крутецкий. Вот теперь я могу пойти и на этих, и на детей, на тех. Но я потом пойду, я, наверное, вне зависимости, может быть, от видео пойду. Или не знаю, может быть, покажу вам. Просто, может быть, что-то там поменяется, и вам будет интересно на это посмотреть. Короче, тут ни хрена нету, и тут закрыто, кстати. Вот только меня одно интересует. А бадончик наш какого левела? 7-го, смотрите, омега, альфа, кольца кальмара какие-то собрались вокруг меня. Как-то странно, да? Но, блин, все-таки надо подкачаться, надо потратить времени немножечко и покачаться, потому что это полная жопа будет. Но не знаю, дальше я не могу пройти, вот в чем прикол. Так что возвращаемся обратно, идем к этому сейчас чуваку и поговорим с ним. Ты в порядке? Ты не пострадал там наверху? Ладно, по крайней мере, я видел кота. Я полагаю, что он сейчас в южном крыле. А в южном крыле это... А, вот он. Блин, почему они одинаковые? А, подождите, это судья. Приветствую, дрожащий друг. Разве твое путешествие не привело тебя в столь чудесные места? Эта зона суше, чем предыдущие места. Должен признать, что я, например, очень рад. Кошачьи не очень любят влагу. Это я знаю. Ходят слухи, что торговый центр в северной части города стал жертвой эктоплазматического нападения. Поэтому было бы разумно держать ухо востро и уничтожить их светом праведным. Не знаю, кто ты такой, Коте, но мы тебя послушаем и в супермаркет пойдем. Только я не помню, в какой же стороне этот супермаркет. Музыка, знаете, напоминает очень жестко гиперлайдрифтер, который я проходил недавно. Ну, не недавно, уже давненько. Я вот подумываю, знаете, может быть, прикупить Омеге что-то. У него, ляньте, вообще ничего нету. Так. Давайте посмотрим, что можно купить. Мясо молоха какое-то. О, снимает отравление. Вот это, вот этой вот хрени мне надо хотя бы штучек. Штучек, ну пусть. Давайте штучек 5 пока что. Отравление, кстати, мне надо снимать, потому что вот эти дети, которые там лазят, они очень жесткие. Так, вспыльчивый символ, недобоевой символ. Адоны, хероны. Давайте один такой купим. Аура правосудия, защитное снаряжение. Я не знаю, у него там второе вроде бы есть, да? Ой, что ж тебе купить? Третьего у тебя нету. Но мы купим вот это. Так, ну пока хватит, пока не буду раскошеливаться жестко. Оденем. Так, омега. А, блин, на первую не купил. Особое еще какое-то. Что это особое дает, тоже непонятно. Сейчас купим. Потому что, блин, без этого хреново будет. Так, вот это, да? Так. Надеть. И у нас есть, все отлично. Все. Тут
все в порядке, я не знаю, стоит дальше, наверное, пройти посмотреть, что же тут еще есть. Тут открыто, видите, заметили, да? Просим прощения за ухудшение наших галерей. Добро пожаловать в галерею Комес. Возможно, ничто не остановит ваше любопытство. Интересно, что за Комес? Это вообще какие-то бутылки? А, бутылки с дымом. Я подумал, что это, короче, колья. Или копья, как их правильно. Копья, точнее. Так, опять загадки. Опять нападение. Нападение гигантских крыс. Вообще замечательно. Сейчас будем смотреть. Яростный удар. Так, у меня новая цепь. Сразу ушел. И у меня... Что у тебя? Снимает яд и сон, снимает слепоту и немоту. Атака случайной мощности. Слушайте, друзья, это мой хиллер. Он бомбовский. Просто бомба. Как раз тот, кто мне нужен. И можно было бы даже не покупать отравление. Но теперь у меня команда намного круче. Так, большой билет удачи. У меня уже их столько, что можно жопу ими потерять. Так, там мы не пройдем, да? Ну, блин. Все-таки Тоби Фокс украл много идей у этой игры, мне кажется. Ну, не, может, не украл, а как бы это сказать, помягче. Так, новая цепь. Просто позаимствовал. А ну-ка. 36, видите, тут атака по-разному сюда идет. Блин, это какой-то крыса вообще. Подохнет собака. Так, сколько мы там? 380 опыта. Все, 8 уровень. Лечение 2 получено. Теперь мы можем лечить намного эффективней. Это, блин, это круто. Знаете, игра реально крутая. Вот сколько я проходил, там Водонахару проходил и тому подобное. Кстати, Водонахару, вот тоже я ее не допрошел, там две части сделал. Не знаю, может быть, попробовать ее потом тоже записать. Может, она все-таки интересная. Но там бои вот эти вот, не знаю, почему мне бои вот тут вот нравятся, а там нет. Может быть, надо было больше в них как бы проникнуться. Но что-то мне они как-то вообще не очень были. Так, что... У нас тут, смотрите, манекен какой-то. Тоже манекен, как в этом. Что-то у меня изображение аж дергается. Еще один манекен. Еще один манекен. Какая-то гребаная лабиринт какой-то гребаный. Я заблудился. Я мог бы сделать огонь из коробок, чтобы отгонять призраков. Но это слишком опасно. Да ты что, ты сам сгоришь тут, наверное, нафиг. Я заблудился и, самое главное, даже не пытается найти выход. Хотя выход перед носом, перед самым. Так, куда же мне идти? Вон он, кот этот сраный. Он... Да, я... Блин, я тут не могу пройти. Я так понял, что мне надо к этому коту. Блин, сколько же у вас? По мере прохождения, походу... Видите? Яростный удар, удар отваги. А ну-ка, яростный удар. Чем больше, короче, у меня людей, тем и у них больше. Вот в чем прикол. Ой, защита. Зачем я нажал защиту? Чем больше тоже вообще персонажей, тем надо сосредотачиваться и понимать, кем играешь. Так, серьезно. Чему-то не могу. Ну, удар хотя бы есть. Так, спокойно. Уходят спокойно. Так, все, никаких уровней мы не получили, но подкачаться бы стоило. Что это за манекены, я не понимаю. Там не идти. Тоже непонятно. А ну-ка, если я прыгну? Че, мало того, что ты проходишь? Так тебе еще надо будет возвращаться обратно, чтобы проверить, что и как. О боже, они задолбали меня. То есть ты прошел уровень, потом обратно вернулся полностью. Так, новая цепь. Потом полностью, короче... Я прошел миссию. Я не знаю, как она будет меняться, но она меняется. До свидосики. До свидули. До свидули, до свидули, до свидули, дули, дули. Блин, тут вообще бесконечные комнаты просто. Вот куда идти? Можно бродить и бродить. Андер... Нет, не Андертейл, а гребаная Юминики. Я вспоминаю, там такая же была... Ебать его в рот. Кита... Кит на меня напал. Китяра... Чё прикалываетесь? Это смешно, реально. Так, у меня... О, боже. Китяра, он еще, наверное, сильный. Блин, что за бред? Сейчас еще. Мота отлично, вообще замечательно. Так. Снимает
слепоту и немоту. Снимаем. Все, убили. Не, кит не такой сложный, но... 310 опыта, билетики. О, зачем же я сюда иду? Блядь, она бесконечная, блядь. Вообще пиздец. Меня сейчас крышу покроет. Реально она бесконечная? Я сохранюсь лучше. Как раз жизни пополню. Мне кажется, что сюда надо было бы пройти. И где-то тут, наверное, какой-то вход найти. А может быть и нет. Господи. Жесть. Какой же огромный лабиринт. И самое хреновое то, что непонятно куда идти. А ну давайте попробуем сюда. Или здесь я уже был тоже. Я уже не помню. Ну-ка. Твою ж дивизию. Ладно, сейчас мы поищем и продолжим. Неужели я вышел? Это какой-то идиотизм. Этот лабиринт? Это не лабиринт. Это просто звездец какой-то. Там идешь в одну сторону, и она повторяется, 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 и ты закруживаешься. Я уже там 9 уровень баттеру сделал, и 8 вот эти кольца мои маринованные. Разве эта реклама неэффективная? Несмотря на это, она бросает вызов основам маркетинга. Для безупречных волос кушайте мясо фонтанов Алмы. О, ты умеешь читать? В любом случае, я рад встрече с тобой. Возможно, ты поможешь мне решить задачу, что судьба поставила передо мной. А, это судья. Я что-то подумал опять, что то другой код. Получается, мой брат живет тут очень давно. У него есть пристрастие к цветам холодного оттенка. К сожалению, я ни разу с ним не встречался. Я пытался его забраться на крышу библиотеки, где он живет. Однако дверь была заперта, даже долгие часы интенсивно повторяющегося мяуканья и компульсивного царапанья ни к чему не перевели. Вот чего я прошу, если вдруг тебе посчастливится встретиться с Валерией, то передай ему привет. Валерий — это тот, наверное, второй код, да? Ага, да уж. Это, конечно, все хорошо, но, блин, надеюсь, что я сейчас сбросить лодку. А куда лодку? Вопрос. Купите 50 галлонов синей краски, получите 51 в подарок. Куда я лодку сбросил, вот интересно, ну-ка. Так, тут еще сохранение есть. Я вернулся обратно. Подождите, и мне кажется, я знаю, куда я лодку сбросил. Мне кажется, я знаю. Помните, где был пластик? Давайте попробуем туда пройти, там, где остров был. Ох, 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 ох. Эта игра просто своими загадками выносит мозг. Это, конечно, круто, что загадки есть, это классно, но, блин, когда вы будете бегать и бегать и бегать, там нигде качаться не надо, и так сложно. Вот она, лодка, я так и думал. Так, садимся. А ну, можно еще куда-нибудь поплыть? О, я вообще могу куда захочу плыть. Твою мать, зачем я уплыл? Я потерялся. О, фух, не буду я больше никуда плыть, ну его в баню. Так, мы опять попадаем в какие-то... лабиринты, шахты. Надеюсь, код Т сейчас не будет. Вы нашли билет большой удачи. Такой же шарик, как и в Юминике, заметьте. Возможно, отсюда 74 минуты. Да чего 74 минуты? А возможно, отсюда 39 минут. Парк. Парк. Такой вообще замечательный. Музычка такая играет. Какое жуткое место. Зато здесь нет призраков. Почему жутко, если это парк? Круиз счастья. Посетите долину раз в безопасности и спокойствии. Так, американские горки полностью безопасны для всей семьи. Мне тяжело выбирать между тремя аттракционами. Возможно, номер за этой дверью перестанет существовать, если я войду. И тогда в кону пропасть, которая сама по себе не существует. Какие ужасные мысли посещают меня. Вероятно, не нужно... мне нужно остановиться. А ну-ка, давайте войдем, не пропадем ли мы? Да не, вроде все нормально. Чуваки какие-то сидят. Сейчас, кажется, меня стошнит. Это совсем небезопасно. Я хочу сидеть на том стуле, но я просто жду, пока он сделает то, что делает. То есть это типа американские горки такие веселые. Я лучше посмотрю туда. Эти аттракционы слишком безбашенные для меня. Да, что не говори вообще. А тут совсем не страшно. На этом стуле. О боже, я боюсь встать. Какая-то упоротость вообще происходит в этом мире. Здесь старые американские горки. Их закрыли еще до того, как завершили. Нормально. Закрыть раньше, чем построить. Ну, это умно, в принципе. Так, сохранимся заранее. Посмотрим, что у нас тут. Куча аттракционов всяких разных.
Я, это, офис начальника, я не могу тебя впустить. Если только, может быть, ты знаком с ним лично? Но без доказательств я не могу, у меня могут быть проблемы. Опять мы, кстати, можем сбросить лодку и покататься, поплавать в туннеле любви. Помните такие туннели? О, смотрите, я не управляю, это само как бы. А я могу хоть что-то сделать? Нет, походу, хотя... Тут, смотрите, большие билеты удачи. А ну-ка, я хочу вниз. Нет, ну блин. Не получается, видите? А ну-ка. Нет, никак. Ни в какую, зараза. Подожди, нет. Нет, да почему я не могу про обратно проплыть? Да что ты будешь делать, а? Никак не могу. А, подождите. Твою дивизию. Я как будто плыву по одному и тому же месту, но... Бред какой-то, короче. Я не знаю, я не могу плыть туда, куда я хочу. И я, короче, возвращаюсь обратно. Под водой размещены моторы, которые направляют вашу лодку. Давай, да ну его нахрен, не хочу я там лазить. Смотреть, какие там моторы, лодки. Помещать воду в помещении действительно рисковое решение. Хотя, безусловно, в парке... Пластик, а не туда. Добро пожаловать. Сыграйте в шарики. Если вы выиграете, то получите приз. Но если проиграете, то можете быть огорчены. Поэтому, будьте осторожней. Сыграем в шарики? Да. Ладно, правила просты. Когда пришел твой черед, ты можешь лопнуть один или два, три шарика. И когда моя очередь, я делаю то же самое. Кто последний останется с шариком, тот и проиграл. А, ну, в принципе, легко. Ладно, давай начнем. Я начну первый. Так, кто последний лопнет шарик, да? Интересная, кстати, игра. Твоя очередь. Сколько шариков лопнуть? Раз, два, три. Раз, два, три. Опа. Смотрите, если мы будем лопать по три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И он лопнет последний. Давайте по три. Если, правда, он не лопнет один сейчас. Он два лопнул, смотрите. Раз, два, три. А, и у него останется один, и я... Нет, не то. А если я один лопну, то он три лопнет. И получается... Бля, я, получается, по-любому проиграл тут. Уже проиграл заранее. То есть, если сейчас я лопну один, он лопнет три, и у меня один останется. Если я лопну один, то он лопнет три, и у меня опять один. Если я три лопну, то он все равно, в любом случае... Моя очередь, видите? Никак. А ну еще раз. Я начну первый. Один. Ну давайте один. Так. Один. Да ты че прикалываешься? И все равно я в проигрыше остаюсь. Видите? А ну-ка попробуем сделать по-другому. Лопнем один. Два. Сейчас он лопает три. Или сколько он там лопает? Да все равно, вы представляете, ляньте. Все равно четыре у меня остается. Если четыре остается, то я проигрываю по-любому. А ну, попробуем два. И все равно я проигрываю. В любом случае я проигрываю. Че за говно? Ладно, тут вначале надо три. Все равно. Какая же закономерность, а? Все, друзья, я выиграл, смотрите. Я лопаю три. Я проиграл. Нет, это невозможно, я не жульничал с самого начала. Вы тоже жульничали. Вы меня очень разозлили. Офигеть, и все равно я с ним должен драться, нормально. То есть я выиграл, и это моя награда? Чувак, ты какой-то странный. Это нечестно. Так, умение. Ну, сейчас попытаемся его завалить. В принципе, смотрите, он не такой уж простой, как кажется. Хотя, простой он. Галстук получено. Я не знаю, что за галстук. Что-то все орут. Призом были галстук? Что с ними происходит, я не пойму. Я что-то взял для Абадона, только я не понимаю, что. Так, сейчас посмотрим. Что я взял? Преданный символ, дерзкий символ.
Может быть, галстук какой-то. А ну-ка, сейчас посмотрим у себя. Нет, у нас ничего нету. Ладно, предметы, Джокер. Галстук, вот. Милый черный галстук используется в Бисмарке. Но на ком он используется, вопрос. Что с ними происходит? А, призраки в парке, паника. То есть... Мне сейчас придется призраков убивать. Ну ладно, друзья, давайте на этом мы закончим наше прохождение, потому что я его, наверное, немножко затянул. С вами был Блудлина, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем дальше продолжать, не переживайте. У нас сейчас и The Line, и куча игрушек, и Абсурд 2, и вообще все подряд, короче, мы проходим. Это круто, конечно. Я надеюсь, что вам нравится, что много видосиков на канале. Так что смотрите, лайкайте, пишите комментарии. И с вами был Блудлина, всем хорошего настроения и до